Привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды за Лигу Мастеров. Одна звезда. Быстренько идем на задание. Так, здесь забрал награду. Сразиться в боях, окей. Где наш любимый тигриный коготь? Давай-ка посмотрим, что у него прокачать нужно. Так, 4 3D очков нужно найти, 4 штуки. Так, давай попробуем насобирать по-быренькому. Но, как всегда, по-быренькому не получается. Я понял, намек ясен. Так, одни есть, окей. Так, нужно еще 3 штуки. 2, получается. Ну, давай, 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 быстрее, ну. Да какой сотовый телефон, он мне и даром не нужен. Ну, хотя бы откат дали. Так, последний, последний мы с тобой находим и сможем поднять его, да? Есть, есть контакт. Ну что же, до 6-й ступени мы прокачиваем с вами тигриный глаз. Окей, друзья мои. И остается лишь морозный луч прокачать нам. Но этим займемся уже в следующей серии. Так, по-моему, я задание выполнил. Остается только лишь поднять уровень персонажа. У нас 19 тысяч мутагена. Я думаю, мы сделаем это после арены. Так, давай-ка мы откроем с тобой пак. Так, нам здесь паукус. А, нет, хан. Хан выпал. Ладно. Ну что же, здесь, по-моему, я все собрал. Ага, нет, не собрал, друзья мои. Надо будет за кадром это сделать. Так, ну что, идем на турнирку. После этого, наверное, мы пойдем с тобой на испытание. И начнем, скорее всего, с Лиги Лео. Да, именно с нее. Потому что девичью силу мы в любом случае с тобой пройдем на изи. А сейчас пока аренка. Я нахожусь в Лиге Сёгунов. Как ты видишь, 3 звезды, ранг у меня 25-й, но ничего страшного. Так, давай-ка посмотрим. Вот, в принципе, Элиза будет наш первый кандидат. Так, Рокзар, не надо пока лезть. 66-й, 68-й уровень, да? Значит, особо тут не забалуешь. Давай-ка мы начнем вот с этих ребят. Леонардо будет как основной. Остальные пойдут у нас как на добивку. Я на это рассчитываю, по крайней мере. Потому что Лео вряд ли здесь один справится. Видишь, все-таки остаются. А вешает иммунитет. Бог с ним. Ну-ка, паукус добьешь? Да ладно, серьезно? А ты? Так, караечка, змея, молодец. Ну и Ванюша, давай добью. Да что ж ты будешь делать? У него причем не стояло уклонение, у него просто иммунитет был. Но мы все равно почему-то промахнулись. Ладно, главное, как говорится, итог. А итог был таков, что мы все-таки победили, да? Вражескую команду. Поднимаемся с тобой на 9-ю позицию. Погнали в бой. Так, здесь нам нужно с тобой... Давай-ка, наверное... А почему не А, ну, наверное, Дмитрий. Просто тут и краткое не отобразилось. А я думаю, что за Дмитрий? Так, здесь, наверное, возьмем Джастина с Мухой вместе. И как-то вот так у нас должно получиться. Я единственное боюсь, как бы по Джастину не прилетел удар. Потому что он слишком слабый здесь. А враг довольно сильный. Давай посмотрим, что у нас тут сделает Леонардо. Слушай, шикарненько. Ну-ка, тигр, добьешь? В плане. В плане у тебя не получилось. Эй. Так, давай-ка попробуем нахлобучить. Бомбанули. Потому что там была пониженная, ребята, защита у него. У Донателло. Поэтому мы его рубили. Ну-ка, плевочком. Так, секунду, 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 давай. Да как ты мог промахнуться? Ну, Леонардо, естественно, пробьет. Тут, как говорится, к бабке не ходи, от него не уйти. Ну что же, еще один очередной бой у нас прошел довольно удачно. Мы с тобой двигаемся дальше. Но становится у нас все меньше и меньше героев. Так, мастер, одна звезда. Ранг у меня 92-й. И мы... Подожди, подожди, подожди. Так, мутагена сколько у меня? Кстати, нужно зайти в магазин сейчас еще глянуть кое-что. А вдруг кого-то мы можем с тобой приобрести? Нет, никого. По жетонам тоже не сможем. И по монетам тоже, ребята. Да и фиг с ним, в принципе-то, да? Продолжаем нашу турнирку. Здесь выберем... Они абсолютно одинаковые, да, получается? Ну, тогда давай возьмем, наверное, с тобой... Да вот Джарда. Хотя лучше взять нам... Анкита, да, он будет послабее немножко. Естественно, мне приходится постоянно брать Леонардо.
как основную боевую нашу единицу. И также, наверное, зэка сюда возьмем и подстрахуемся карайкой. 64-й, да, против нас уровень выступает. Естественно, сейчас зэк бросит бомбочку. Это перво-наперво нужно делать. Так, и Леонардо, наверное, всех ушатает. Может быть, останется Роквелл. Вау, совсем не то. Ну-ка. Замечательно. Да, конечно, жалко, что мы потратили здесь с тобой трех сильных персонажей. Это зэк, Лео и Карайка. Но зато прошли с тобой без потерь. Так, и перемещаемся мы с тобой на 77-ю позицию. Вот оно как, 77-я. Ну что, берем тогда Брену. А так, Леонардо. Слушай, я не знаю, стоит ли нам рисковать. Тут Рок... Блин, Майки, понял. Тогда сделаем вот так. Возьму Армагона сюда и Рафаэля 51 уровня. Я просто знаю прекрасно, что у Микеланджело большая инициатива, да, и он начнет бафать команду на атаку. Сейчас посмотрим, что здесь делает у нас Леонардо. Ага, слушай, ну, вот как всегда, я много сомневался, да, и мы вырубаем всех. Как только я почему-то уверен, что мы здесь победим и взять кого-нибудь другого, да, послабже, тут же сразу же начали бы фейлиться. Как эта система работает, я не пойму. Ладно, главное, что прошли 61-й у нас с тобой ранг. Здесь будем выбирать... Ага, Дади. Пускай будет он. Тут, наверное, нам лучше всего взять с тобой Усаги. Так, Рокзар, подожди. Так, слушай, тут у нас кролики. Как думаешь, по инициативе мы сможем пробить их? Я знаю, что Сплинтер будет контратаковать. Но Хан, если Хан сейчас будет у нас ходить одним из первых... Нет, слава богу. Тогда поехали. Надеюсь, постепенно урон повесит Усаги на всех. После этого пойдет Леонардо, да, в атаку. Угу. Вот он делает контратаку. В принципе, сейчас Лео должен всех забомбить. Да, так оно и получилось. Вот здесь, как говорится, не жалко. Здесь у нас отыграло три слабых персонажа, да? Мутагеноид, Хан и Рафаэль фильм. Так, и мы с тобой перемещаемся на 46-ю позицию. Если мы сегодня зайдем в Лигу Мастеров 2 звезды, уже, ребята, неплохо. Уже неплохо будет. Так, здесь непонятно кто. No name. Давай-ка вернем. Слава богу, у меня очень много откатов. Я накопил их за счет того, что просмотрел рекламку, да? По 10 откатиков. Это все-таки не слабо. И возьму, наверное, сюда Шредера. Единственное, что я немножко сомневаюсь, сможем ли мы с тобой пробить вот этих вот ребят. Я знаю, что Донателло, как обычно, крепкий. Если на него еще и постепенный урон не повесится, и он сделает свою защиту дополнительную, то наши ребята будут падать здесь. Особенно Крип, да, и Бибопчик. А, Шредер тоже, кстати, в зоне риска. Но вроде бы неплохо. Неплохо, сейчас проверим, как Лео звезданет. По идее, должны сейчас все упасть. Так и происходит, отлично. Значит, мы с тобой продвигаемся дальше. И там остаются буквально считанные бои до того, как мы с тобой попадем в Лигу Мастеров 2 звезды. 32 ранг. Слушай, подожди, нам еще где-то боя 3 придется тогда сделать. Сергей. Мы деремся с тобой против Сереги. Давай сделаем вот так вот. Хотя, подожди, может быть, нам вот так лучше сделать. Я думаю, что... Вот единственное, что у нас здесь враг — морозильная кошка. У нее инициатива большая, она может успеть... Подожди, какая морозильная кошка? Здесь Пит. Я, видимо, посмотрел на предыдущего, да, противника. Там была морозильная кошка. Да, скорее всего. Так, ну что я тебе скажу, в принципе, неплохо, друзья мои. Они падают все. Если кто-то выживает, постепенно урон добивает. Например, вот Донателло. Если мы сейчас его не ушатаем, он погибнет. О чем я тебе и говорил. Ну что же, мы тогда переходим далее с тобой и смотрим, на какую позицию. Я думаю, где-то 20-я уж точно должна быть. Ну-ка. Даже 16-я. Ну что же, это даже лучше. Так, опять ноунейм здесь. Ну, я, наверное, возьму Ален. Именно Ален мне здесь нужен. Откаты очень быстро у нас тратятся, но ничего страшного. Так, морозильная кошка. Вот я, наверное, ребят, на нее и посмотрел тогда. И взял Майки. Да, поэтому она как бы в голове отложилась. Поэтому я почему-то думал, что морозильная кошка... Я к чему говорил, что у нее очень большая инициатива, да? Если ее не завалить быстрее,
то она восстановит здоровье. Причем мы знаем, как она хилит очень сильно. Так что в наших интересах забомбить ее как можно быстрее. Так, вот мне не нравится, что у Слэша нет постепенного урона. Вау-вау-вау. Слушай, я не ожидал, что они так вот упадут. А почему? Там же не было вроде постепенного урона. Бибоп-то чего дуплился, а? Воу, ребята, мы уже с вами в Лиге Мастеров. Правда, 100-й ранг, но это ничего страшного. Тут ничего страшного. Давай-ка мы, наверное, возьмем Владислава. Так, Лео и Усаги возвращаются к нам обратно. Возьмем вот этих вот и... Ай, друзья мои. Тут нельзя шутить, потому что здесь два Микеланджело, понимаешь? Два. И причем, ребята, один идет на уклонение, да? Бафает, другой на силу атаки. И попробуй их потом пробить. Опять же, все зависит от того, как мы успеем или нет. Как у него прокачаны скиллы. Так, Усаги бомбит. Слушай, неплохо довольно-таки. Ух, тут им крышечка и приснилась, да? Так, Рок следит, ты все равно не жилец. Вот, ребята, видите, вот взял много персонажей, да, сильных, и мы здесь вырулили. Взял бы я кого-нибудь послабее, все, по инициативе проиграли бы обязательно. Ну что же, мы с 100-го места прыгаем с тобой на 86-е. Я считаю, что неплохо. Так, Мелисса, нифига ты удивленная такая. Ну, я не знаю, ребят, наверное, мы возьмем с вами лучше Тима. Уровень-то маленький, да? Хотя вот здесь, по-моему, еще даже меньше. Да. Луис. Луис нам вообще подходит идеально. Мы с тобой сможем даже, наверное, отыграть кого-нибудь послабже. Например, вот этих героев. Так, Майк, я надеюсь, нам здесь не помешает. Ну, даже если он бафнет на прокачку. Хотя, видишь, он может прапать не на атаку, а просто взять и ударить. А если он ударит, например, кого-нибудь у меня из слабеньких, я думаю, что он может вырубить даже. Так, предположим, да? Хотя нет, здесь... А, подожди-ка, Микеланджело... Ху, я думал, что ролевик может выжить, но, видишь, все получилось удачно. Потому что на нем не висел постепенный урон, и если бы сейчас Лео не добил бы, он бы сделал бы 100% свою массовую атаку. И тогда кто-нибудь упал бы. Так, ну что, 72-я позиция, у нас с тобой еще есть откаты, причем довольно много. И есть еще персонажи. Здесь я возьму, наверное, Вилла Адониса. Давай вернем своих ребят. Тут кто у него? Хан. Вот единственный Хан, конечно, по инициативе может выпендриться. Рискнем с тобой сделать так. 73 уровня Хан против 50-го. Может быть, убить не убьет, но покалечит сильно. Давай проверим. И если сейчас Усаги хорошо звезданет и повесит на него постепенно, и, может быть, даже Хан и не выживет. Хотя выживет. А, нет, друзья мои, постепенный урон его все-таки добил. Ну что же, я нас поздравляю. Мы довольно неплохо сегодня идем с тобой, кстати, на арене. Несмотря на то, что я не был 2 дня здесь. Так что прекрасненько все. Давай дальше тогда рулить. А мы с тобой 58-я позиция. То есть в полтинник мы с тобой смело сегодня залетим. Так, а здесь их возьму, наверное, вот Лонга. Возьмем 75-76 уровень. Самое то для нас. Плюс по черепашкам, да, тут не ахти. Морзинная кошка, Макмен. И, опять же, Майки. Майки видения. Ну что же, Лео, как всегда, с Усаги вместе должны здесь показать свое мастерство. Я думаю, что здесь даже морзинная кошка нам не в указ. Проверим. Окей. Слушай, неплохо. И Лео, наверное, всех подобьет. Ага, Майки чуть было не выжил, но так как у него был постепенный урон, он погиб. Так что идеально идем с тобой. Так, ну что, давай тогда продвигаться с тобой дальше. А какой там, 43-е, да? 44-е место. Ага, так, выбираем здесь, наверное, АБ или АБИ. Вот здесь, кстати, уже не забалуешь. Здесь, наверное, мы отыграем с тобой полностью команду нашу имбовую. 79-й уровень, ничего себе. И это будет наш последний на сегодня поединок на арене. И пойдем уже на испытание. Так, кролики, морозильная кошка. То есть такая команда довольно серьезная. Но попробует пускай теперь попасть по мне. Кстати, ты заметил, да? Майки стал ходить первым. То есть у него инициатива больше даже, чем у Усаги. Вот так-то вот. Ну что, попробуем завалить или нет?
Ага, готов, и Донателло тоже готов. Ну что, друзья мои, мы прошли сегодня арену без потерь. Никто у нас не упал ни разу, да, и мы с тобой идеально здесь вырулили. Соответственно, мы с тобой находимся в Лиге Мастеров 2 звезды. Ранг у нас 29, ну 30, так скажем. Награда будет $120, 32 монеты. А если 32 монеты, значит, мы с тобой кого-то купим за 3 ДНК. Так, и отправляемся тогда с тобой уже на испытание. Испытание, как я говорил, возьмем с тобой Лига Лео и будем здесь проходить. Этот нам нужен. Короче, нам не нужен только вот этот, потому что он у нас имба, топчик и все тому подобное. А вот остальных надо обязательно получить, но мы помним, что нам тут дадут фиговеньких персонажей. То есть, делай вывод, да, у нас только Карайка и Ванька, остальные как бы, я не знаю, может быть, до эпизода 4 с тобой как-нибудь дойдем с горем пополам. А вот дальше посмотрим, а 4 эпизод, это кто у нас там получается? Сейчас Леонардо фильм, да, разыгрывается, потом обычный Леонардо. А вот дальше я уже не помню, кто там. Классический Лео, кстати, нам тоже с тобой уже не нужен, потому что он прокачан на 5 звезд. Единственное, что нужно, это только платиновые осколки, чтобы его поднять по рангу. И все, больше ничегошеньки. Так что как бы из Леонардо у нас с тобой двух персонажей получать и не надо. Так, вот. Он на 5 эпизоде. То есть нам бы хотя бы получить ролевого, да, и видение Лео, и было бы уже неплохо. Конечно, Лео Космос и Лео Оригинал тоже было бы неплохо получить, но мы туда не доберемся этим отрядом. Это уж точно. Так, ну что же, давай. Так, у нас тут три волны. Первый, кто встречает, это Тля. Ну, Тля, естественно, и получает по мозгам. Идем с тобой на вторую волну. И тут у нас, ага, Кирби плюс Железноголовый. Так как они 25 уровня, естественно, разбираются с полтычка, то даже Хан разруливает, так сказать, свою ситуацию. Плюс он повесил на себя контратаку. Значит, у него есть, да, пассивка, которая может повесить на себя контратаку. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Так, а уклонение кто повесил, я не понял, на команду? Карайка, по-моему, да, если не ошибаюсь, у нее пассивка идет на уклонение. Ладно, двигаемся с тобой дальше, и у нас эпизод третий. Вот он. Играем за ДНК на Леонардо Видение. Леонардо Видение тоже неплохо, у него есть массовая атака. Выстрел из лука, мы это знаем прекрасно. Ну, единственное, что он у меня не прокачан, поэтому... Ну вот зачем вот сейчас Шреддер делает массовую атаку, вот объясни мне. Вот на это пугало огородное. Для чего? Не знаю, друзья. Мог бы вот здесь вот сразу звездануть бы и все. Нет, он там тратит ее. Так, ну что, забиваем. И здесь тоже. Так, переходим на третью, последнюю волну. Так, секунду, дай-ка я здесь сам попробую разрулить всю ситуацию. Так, понизили защиту. Так, ну-ка, крик. Вау. Ну, Ванька добьет всех пулеметной дробью. Отлично. Ну, тут на самом деле вообще без каких-либо проблем. На одном дыхании пробежали. И идем уже с тобой на эпизод четвертый, да? Леонардо. Так, эпизод четвертый. Ага. Ролевик Леонардо, кстати, тоже неплохой. Надо будет на него обязательно ДНК получить. Враг уже 40 уровня, как ты видишь. Видишь, даже Карайка уже 70 уровня не может добить, ну потому что у нее этот скилл не прокачан. Шреддер у меня тоже не прокачанный на самом деле. Вот только Ванька более-менее и Карайка, все. Остальные ребят ничего не смогут здесь особого сделать. Так, даже Ванька, наверное, не пробьет их всех. Ага. И это опасно, потому что сейчас начнется расколбас. Хотя нет, нет, все отлично. На Хане, как мы видим, стоит ускорение. Блин. Ну что, Шреддер, давай, выпускай своих клан-футовцев. Опа. Грибы хотя бы упали, уже хорошо. Так, здесь, я думаю, Леонардо классика намного опаснее будет. Ай-яй-яй. Ну-ка, Кирби, давай. Есть, хотя бы так. Ну что, теперь, наверное, надо бомбануть. Тырич. Шикарно. Так, он промахнулся.
Хоу, смотри-ка, прошли. Как ни странно, мы с тобой прошли. Ну, я не знаю, стоит ли вообще идти на эпизод 5. Там у нас Лео. А классический, да, разыгрывается. Ну, давай попробуем, чё уж, как говорится. Как ты видишь, здесь 55 уровень, то есть в зону риска попадают аж 3 персонажа. Это Кирби, Шреддер и Хан. Вот я и не знаю, что у нас из этого всего получится. Давай проверим. Ну, с этими-то понятно. Всякие белки, это для нас ерунда. Но они, видишь, так, уклонение, да, стоит, отлично. Это 100% от карайки вешается уклонение. Давай-ка попробуем вот так вот пробьем или нет. Этот скилл не прокачан вообще у Шреддера. Оно и видно. Так, добиваем. Окей. Тут 4 волны, кстати. Тля. И знаешь что, у нас с тобой... У нас с тобой только один хил, да, есть? Это от Шреддера. А, Кирби, Кирби же еще, точно, я забыл. То есть два хиллера, получается, у нас есть. Ладно, давай попробуем тогда подраться. Ну-ка, молодец. Переходим с тобой на третью волну. Здесь уже Кейси, Слэш, блин, и Сплинтер. Сплинтера нужно, наверное, в первую очередь вырубать, потому что у него есть контратака. Постепенно урон повесили, уже хорошо. Так, сделаем дебаф. Оу, слушай-ка. Единственное, я боюсь сейчас применить... Ну, надо, ребята, делать суператаку. Пока у них пониженная защита, надо делать. Сейчас контратака, нет? Не прокачано у Сплинтера, короче, здесь контратака, поэтому... Опа! А вот это вот не надо было, блин. Слушай, они сейчас за Хана возьмутся, они его разберут. В плане, Ваньку? Воу. А что вам Ваня-то сделал, я не могу понять. Я думал, вы Хана будете разбирать. Странно. Ладно, мне только в плюс. Блин, у них уже... А кто им повысил защиту? Объясни-ка мне. Кто это сделал? Слэш, что ли? Что-то я не могу понять. Наверное, это сделал Слэш. Почему-то мне так кажется. Я не уверен, конечно. Ой. Ой-о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 й, ребята. Так, меткость понизили. Что мы будем делать? Ну, давай бомбанем. Надо было, наверное, пулеметную дробь все-таки сделать. Так. Завалим, интересно. Оу, все. Хану, ребята, крышка. Не успел я, не смог я его спасти. Провокации нету, понимаешь? И вот из-за этого вся проблема. И хила не было. Ну, Слэш уже в любом случае здесь готовщенка. Так что, ребята, переходим дальше. Да, командочка у нас тут с тобой, конечно. Блин, я даже не знаю. Ну, давай попробуем. Так, минус гриб. Теперь вот с этими, вот как вот с ними тут сражаться, а? Опачки. Защита. Вот как только вешается дополнительная защита, все, сразу же начинается расколбас. У нас еще есть... Ох! Ё-моё. Да, друзья. Фиг теперь попадешь. Давай хиляться тогда уж. Из последних сил. Надежда на Ваню. Ну что он тут сделает, а? Ничегошеньки. Пробьешь? Пробила. Молодец, карайка. Но и Шреддеру еще и меткость понизили. Так. Скорость. Броню еще настакал. Йоу, красоты. Но, друзья мои, не знаю. Если пройдем, это будет какое-то чудо. Мимо! Ты представляешь, мы промахнулись. Все. Короче, начинаются эти промахи. У них потому что уклонение. Кому-то сейчас еще крышка, да? Ваньку, Ваньку замедлили. Ой-ой-ой-ой, что творят, а? Ты посмотри. Понимаешь, мне даже никак не хильнуться. Хотят Ваньку забомбить, а? Ты посмотри. Целенаправленно в него бомбят. Бросим гранату. Окей. Так, Кирби, выручай всю команду. Не очень-то, конечно, сильно спас, но все-таки. Давай попробуем попасть. Ага, Лео мы этого, наверное, добить-то сможем. А, тут уклонение. Тут... Что ты так сильно дамажишь-то, а? Ну вот как вот быть мне теперь с Лео? Он, мне кажется, сейчас Кирби пробьет. Он пробьет, наверное. И даже не... Сейчас удар? А, он делает вот так вот. Слушай, ну это зря на самом деле он сделал. У него ускорение и повышенная атака, да? Есть, у нас есть маленький шанс успеть его бомбануть. И мы это делаем. Да, Хана, конечно, мы потеряли.
Но такова была его судьба. 50 уровня, в защите он вообще никакой хан. Он только по атаке, ребят. Ну и как ты понимаешь, на эпизод 6 суваться вообще не стоит. 65 уровней. Тут вообще без вариантов. Просто без вариантов. Мы не сможем пройти. Тем более тут железноголовый еще. Да. А хотелось бы, но никак. Ну что же, у нас с тобой остается 9 часов силы. Я думаю, в следующей серии мы с тобой пройдемся. И, конечно же, я жду уже, когда будем мы с тобой оформить Супер Шреддера. Кстати, надо посмотреть, сколько и чего там нам осталось для него. Где он? Так, погоди секунду. Вот он. У него всего 19 ДНК. Ну, дай боже, 10 ДНК на него нафармить. Будет 29, елки-палки. Нам еще на него копить, копить и копить. Да, еще не один бой придется сделать. Так, ну что, я пойду пока набивать жетоны. Так, секундочку, мы еще с тобой уровень не подняли же. Мы еще не подняли с тобой уровень нашему персонажу. И я хочу, ребята, дальше прокачивать Усаги. Будем поднимать его до 93 уровня. Окей, окей. Забираем здесь всю награду. Отлично. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!